Всем привет. Ну что, у нас начинается самое интересное, скажем так. Мы идем уже догонять патруль. Так, отключим гидрокомпас. Нам главное сейчас еще вот это. И товарища отправить. За торпедами. Так. Пока идем. А мы на 14 скорость у нас. Посмотрим, сколько написано, что у них будет. У них 13 километров в час. Они идут 13 километров в час. Но вот отсюда видно вообще хорошо. Блин. Тут я вижу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 кораблей. Дуреть. Ну чё, пока рискуем, идем. Знаю, они нас еще по идее не слышат и не видят, тем более как раз 2 часа ночи. Ну вот это мы перекинем сюда. Нам надо, чтобы до 150 успеть. И посмотрим опять, кто залез в перископ второй, я не пойму. Хоть увидеть, кто это. В общем, идея у меня такая. Я хочу зайти в сам конвой. Уже 5 кораблей. О, уже я вижу практически всех. Ну-ка, начнем считать. Начнем считать. Оказалось. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 кораблей. Я вижу, но не вижу кто. Так. И надо нам запомнить, кого именно уничтожить надо. Название это. Судно называется Чир. Чтобы проще запомнить слово, это сыр, грубо говоря. Так что у нас будет сыр. Я
там пока потихоньку, блин, я хочу заметить, кто это. Что ж такое-то, не могу увидеть никого. Ну, расстояние 23 километра, это нормально. Как раз этот все успеет подготовить. И не сильно быстро мы идем. Так, командира отправим пока, пусть отдыхает. Нефиг ему. Как раз. Сюда одного. И сюда одного на помощь. Конвой, да, приблизительно 13 километров идет. Вот у нас дополнительная. Хорошо, что вечер, они не увидят нашего дыма. По крайней мере, не должны, хотя мы его увидим. Да. Идем. Решился я пока на полную скорость. Посмотрим, как они пока засекают это, скажем, линию, но пока я дойду, они уже будут ниже. Так что еще рано выключаться. Но я пока отключусь, пока еще ничего интересного. Пойдем посмотрим, что там у нас поменялось. Итак. 90, друзья. Они уже ближе должны быть. Вот. Этого я и ждал. Сейчас начнется. Алярм! Алярм! Ну-ка зафиксируем. Сейчас будем. Алло. То у нас что, эсминец был, да? Неужели он уже нас услышал? Так, пока назад. Сейчас мы стоим на паузе пока. Этих мы не видим. А он уже. О, и вот тоже.
И дальше находится, значит. Сменит сзади идет. Так, сейчас посмотрим. Что мы видим? Мы видим вот эсминец. Что это такое? Радар у него. Угу. А что у нас тут за эсминец такой? Понятно. И еще что мы видим? Это у нас кто? Это патруль нам не нужен. Ну, это какой-то танкер. Это просто метеор большой. Ясно. Они, кстати, идут. Блин. Так вот. Если ее поднялить. Фиг знает, где-то середина будет. Так, 90, ну, так и есть 100-110 курс. Сможем уже следить за кем-то. За вот этой вот херней.
у них появились теперь радары. Раньше их не было. Такой надписи. Брали боевую тревогу, что ли? Спать, спать. Передавать ничего не будем. Я уже передал, что ли, раз. Как это теперь? Конвой не там стал, где надо. Ну, я так шел. Так и буду продолжать. Блин. Сюда я шел. Единственное, он мне теперь не показывает почему-то этот обнаружение их. Ну да ладно, это не проблема. Мы все равно сейчас будем переключаться на электрику. Хотя на электрике мы дадим. Ой, сколько на электрике мы дадим максимум газа. Шестнадцать, семнадцать. Блин, мы не догоним ее. Wechseln auf Dieselmotor. Надо пока на дизеле идти.
вот я обнаружил конвой и вот наш красавец. Вообще охренеть. C3, блин. Это же надо так. Давайте попробуем использовать мой метод, скажем так, старый. Ну вот, грубо говоря, мы тут притормозим. Это чё? Блин, это... Блин. Вспомнить еще его надо. Так. Это даже близко. Вот здесь вот. Вот этот чир. Мне мешает название корабля. Вот так вот сделаем. Так. Еще в самом впереди. Угол 175. Ну, 177 пусть будет. Итак, что мы о нем знаем? Мы знаем о нем, что это C3. Где у меня должна быть наводка или что? Или у меня так не получится все-таки? Зафиксировать, зафиксировать. Где он у меня зафиксирован? Должен зафиксировать. Вот. C3. Скорость у них 13. Курс. Сколько я сказал? 177.
Вот с этой осанка сколько? 7. Курс 177. Установить. И дальность у нас 17 километров. А кто у нас бьет на 17 километров? Ну-ка я. У нас Т1 бьет на 17 километров. У нас никто не бьет на 17 километров, максимум 12. Так что ныряй. Так, ну мы теперь его знаем, что он идет. По этому курсу. Вот так вот. Даже вот так вот поставим. Я, блин, 17 километров. Твою мать. Хотел влупить. Ну ладно. Повезло тебе, дядя. Сейчас спать иди. Газуем дальше. Камни, скорость, что-то я забыл. А, у них 13 километров скорость. Так, ну где мы там уже? У нас будет отмечаться, что теперь C3. Это с одной стороны хорошо. Звук приглушим, что ли, если у них 13 километров скорость. Ну-ка, сколько это? 16, 15, 14. Чуть-чуть побыстрее. Даже, скажем так,
Давайте пойдем на аккумуляторах. Чтобы они нас дым. И нам придется на полную идти. Даже не на полную, чуть меньше. Еще чуть меньше, ну-ка. 14, 13. Блин, вот нельзя сделать, чтобы добавить 1 километр хотя бы. Идем так. Ну, я думаю, мы идем сзади у них. Акустики вперед работают. Надеюсь. Я на это надеюсь. Ладно, тоже пока выхожу. Ну вот, иду за ними на электромоторах. О, C3 это исчезло. Ну-ка я за наблюдение, ты давай, чтобы экономить аккумуляторы. Так, ну нашел я опять этот C3. Акустик у меня не достает до них. Да. И впереди эсминец еще получается. Ну-ка замерим расстояние до этого C3. Сколько получается? Еще 15 километров, еще 3 километра хотя бы надо. Сюда. Блин, надо не так сделать. Было, надо было вот так сделать. Давай скорей.
Так, цветы где-то. Неон? Нет. Где он? Вот он. Зафиксирован. Все, определить его хотя бы, чтобы видеть его. Нифига мы его не видим. Ну нет, видим. Так. Иди отдохни, а ты сюда. Пока они нас не видят, это хорошо. И не слышат. Так, тебе надо пройтись по этим, а ты иди сюда. А то потом услышат. Торпедами шурудим. Ну и это тоже пока не надо. Добавим тебе. Че у вас там с едой? Сосисок дать. Если они нас не слышат, давайте на полный попробуем ради интереса пройтись по полной, газ дать.
посмотрим пока. Ну, будем сейчас все снимать. Может теперь чуть-чуть попробовать пониже. На 9 опуститься. Нам воздух будет поступать. Да. Или нет. А, это волн накрывает, когда не поступает. Ничего страшного. Ничего, это не нормально вообще. Аккумуляторы у нас хорошие стоят, так что. Так, ты там чё? Пятую уже. Давай ее на всякий случай. Все, всех прошел. Так, значит, наоборот. Ты сюда, ты сюда. Ради интереса сбегаю, посмотри глубину. Больше 1000 метров. Я вот. Куда пошел? Иди. Спи, блин. Сейчас аларм включить, конечно, это улучшится. Но факт в том, что, блин, вот эти вот невыполненные. Еще пока так пойдем. Вот охранение, вот охранение. Но здесь слабый этот. А вот эсминец. И тут эсминец. Два эсминца. Один очень хороший, скажем так. Единственное, блин. Что он может заметить. Рядом с ним проход Т1. След. От торпеда. Возможно такое. И откроет тревогу не вовремя.
сейчас маленько подогнать. У нас там, что у нас, кстати, с торпедами? Какие? Надо хотя бы, чтобы было. Что-то он ни хрена не делал с ними. Т1. Капитан. Дружок-то забин. Давай-ка уберем. Т5 отсюда. Да. Я тебе сказал убрать, а ты уже убрал, что-то как-то это. Нет. Т1 давайте пока. На всякий случай стрельнем двумя Т1 по этому кораблю. Скажем так, веером. С небольшим расхождением. А то вдруг я ошиблюсь. И потом развернемся и стрельнем вот этими всякими лютами и шмутами. Главное, чтобы нас не услышали раньше времени. Потому что на максимуме ее. Ну, говорю, я надеюсь, что они слушают только спереди, хотя бы по сторонам, не сзади, эти эсминцы. Давай посмотрим еще где-то С3. Идем мы правильно за ним. Сейчас и глубина 9, блин, и не видно, кстати. Поднять его до семерки хотя бы. Что-то я не понял, как-то близко сильно. Где он? Почему не появился? Так, ладно, а где этот? Вот он, скорее всего.
Так, эсминцы что ли, строй поменяли? Ничего не понимаю. Один и второй. Это зад у него. И вот еще охрана идет. Все понятно. А где Цитрита? На ноль. Или еще один эсминец есть. Тут их вообще нифига себе. Раз. Блин, сохранение пошло. Ничего себе их. Раз, два, три, четыре, пять эсминцев. Да вот наш. С3. Километров. Torpedokurs berechnen. Скорость 5 минут 13. Какой у нас курс будет, интересно, ну-ка. Удара. Сто 78. Вот так идти будем.
Нифига охранение, блин. Давайте еще чуть-чуть подойдем. Да, 5 кораблей. Охранение отдуреть. Вообще, вот это конвой, блин. Давайте торпеду гладьте быстрее. Ну, хотя отсюда убрать можно. Ну чё такое, блин? Так, забыл я, уходим на 9. Нас не видно и не слышно. Вернее, не видно, но слышно.
Bestätigt. Да, свали, давай. Нам нужна эта торпеда еще. Короче, я попробовал, скажу так, загрузка, это уже вторая загрузка, не получается нифига, и тот корабль, он идет явно не 13 узлов, потому что я расстрелял по расчетам и потом только понял, что до него было 14 почему-то километров, а Т1 он на 12 самый максимум. Короче, торпеды даже не дошли до него, где-то примерно до километра не дошли. Так что я не знаю, что делать. Смысл этот конвой догонять? Я сейчас выхожу с этой зоны. Пошла эта миссия. Копенгаген. Это единственное сейчас взять вот так вот. Как она? Сейчас возьму его, подниму на этот, на пост. Глубину давай 6 сделаем. Пауза. С. И сейчас мы посмотрим. Ну, до этого. Вот до него. Сколько? 12 километров. Или, блин, идти за ним до конца. Что-то я ничего не понимаю. Ладно, пойдем дальше. Вышел. Дизель включил. Иду на дизеле. Какая у меня глубина? 9. Нормально.
даже максимум включим. Главное, чтобы гидрофон не ушел. Прикольно. И этим меня не обнаруживает почему-то. Иду себе, курю бамбук. Всех приветствую, друзья. Ну что у нас, начинается как раз колбас, по идее. Сейчас посмотрим, до какого момента дойдем. До какого, как говорится, момента я буду в настроении. Вот. Вот так вот сделаем. На 9. Ну, идем так же, иначе мы скоро будем. У нас уже кто-то может обнаружить. Особенно вот этот вот азиком. Один раз плюхнет и все. Сюда пока. Хотя, в принципе, чем боевая тревога. И так пока достаточно. Все равно понимаем, что мы не достаем. Будем идти вот так, так ты сюда. Извольте, пожалуйста, сэр. Так сделать.
Так, ты что делаешь? Успокойся, отдыхай пока. Так и не видим это. Он идет, товарищ, блин. Ничего, все так же самое пока. Нам нужна скорость. Еще, кстати. Вот если они все-таки... Грубо говоря, идут... этим курсом, то не уходят ли они в другую сторону?
нас сказано, какой судовой журнал. Что? Так. Ту-ту-ту-ту-ту. Курс 121. Курс 121. Это как? Сейчас посмотрим. Курс 121. Это вообще в другую сторону. Он мне показывает курс 6. -7.
что делать, как же нам быть? Так, ну чё, рискнем Богом? Давайте, Боженька нам поможет. 7 поднимаем. Давай, Боженька, помоги нам. И вот это же. Да, это вот она, наша родная. Так. 13 курс. Давайте-ка я поставлю 3. Установить. Так. Дистанция. Дистанция, дистанция. Самое главное, дистанция тоже. Девять километров. Итак, магнитная, магнитная. Rohr 2, bewässern! Rohr 4, bewässern! Так, дисперсии мне не надо никакую. 9, 3, все. Попробуем вот так вот. О, Господи, помоги. Так, приготовились. Давай быстрей. Огонь! Поворачиваемся. Этот. Готовь торпеду. Примерно. Хрен знает. Где-то вот так вот. И пусть примерно вот так вот будет. Это у нас сколько? 9. Rohr 1, bewässern. Право 9. Право 9. Давай 8 900, хрен с ним. Ну и курс 40. Это сюда. Дисперсию давай. 1, 3. Все, идем. Так вот. Чуть-чуть увеличим. Все равно нам пока. Давай, что-то они уходят уже далеко. Огонь. Лос! Все, разворачиваемся сюда. В принципе, не сильно. Газуем.
Нададим глубину. Давайте 20. Ты иди на свое место. Feindlicher Zerstörer auf. 4 Uhr. Ты сюда. Ты сюда. Sehr wohl, Herr Kaloy. Sehr wohl, Herr Kaloy. Der Torpedo ist auf halbem Weg zum Ziel. Хотя знаешь что, иди сюда. Ты же должен быть на вахте при погружении, чтобы взрывы были больше. Так, а ты давай вот так вот. Так, ну что, родные? Мы погрузились, картину видим, в принципе. Я даже не знаю, что. Если сделать так, это дальше будем видеть, но придется сделать так, чтобы дальше видеть. Ух ты, и пропало. Это же надо так. А может быть, она пропала, потому что она попала в угол, который мы не видим. Не-не-не, что-то это вообще мне кино не нравится. Ну-ка, давайте вперед и поднимаемся тогда. До 7. Тут я его вижу, блин. Что за черт остановить? Ну-ка давай на 20 и остановимся. На 20 и остановимся. Десять кораблей. Давай, родные мои. Это первая или вторая? Первая. Вторая, вернее. Хоть бы бензина хватило. И хоть бы сработали еще, блин. Держим пальчики крестиком все. Все-все-все держим пальчики крестиком. Прям крестиком держим пальчики все. А где
Опять корабль-то где? Бегом я не вижу. Бегом я не вижу его. Ну, короче, на режим, блин. Нифига себе. Чё это я его не вижу? Где-то на 180. Это сзади, если чуть обмыться. Зафиксирован, зафиксирован, зафиксирован. А тут кто, я не вижу. Что-то еще. Вот он, пожалуйста, пожалуйста. Чуть не понял. Это кто? Это Каннинг. Где черт-то, блин? Вот он, наверное, да? Да, он. Так, и по какой он? 190. Еще раз отключить, 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 включить. Чё, родные, идете? Вроде бы как бы. Чё такое? Я ж включал только что. Не она. Девяносто, вот она. Да ни хрена это не она. Вот так вот, наверное. Тоже не она. Ничего не пойму. Вот это? Фу, блядь. Ну, вот так вот она, короче. Так, ну и ну и ну и ну.
Блин, не то нажал. Че, мимо, что ли? 30 секунд. Мимо. Блин. Твою сука, мать. Да неужели? Неужели мимо? Да ну нафиг. Капец, прям по краю пройдут сейчас. Твою мать. Или нет? Есть. И вторая есть. Контакт потерян, надо опять быстро найти. Ты не должна выжить. После таких попаданий тем более осталось только. Давай, 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 давай. Сейчас вода потушит огонь, блин. А все бегут уже. Ну-ка, блин. И она сейчас не потонет. Это будет прикольно вообще. Че не возьму, что как обычно корабль начинает дно вниз уходить. Это тут с Чира пришло. Торпедирован. Ну, понятно, что торпедирован. Ничего. Корабль же живой, я так понимаю. Он не тонет нифига. Вот в чем проблема. И теперь это жопа. Вздохнули воздуха. Сохранимся. Блин. Как боевую тревогу отменим. Всем спать.
ты аккумуляторы беречь. Что сменится? Ник мы испытали. Что, торпеды все отходили? Ага. Жалко, могла попасть сейчас еще мы. Вот в этом. Будем ждать, когда конвой успокоится, что еще делать. Сейчас на всякий случай поднимем тревогу, чтобы корабль был посильнее. Нам нужна крепкость корабля. Нам нужна крепкость корабля. Явое. Вот так вот. Держаться там. Zu Befehl. 130. Блин, это сел. Zu Befehl.
Ну-ка, пойдет на малом ходу без меня. С матросами простыми. Ну да. Все, потихоньку пошла пусть. Так, а ты иди сюда. 150. Глубины до хрена. Как я и думал, он ни хрена не вращается. Курсовая это. Что у нас с глубиной? 197 на 200 уходим. 170. Чё, ты слышишь их? Прям под них идем. И пофиг. Так, пока разворачиваемся. 190. Все потные и мокрые. Ну хоть, блин, не потопили, но надо было три пулять. Тоже знал, тоже знал. Двести двадцать. Держись, родная. Держись, держись. Встать в сторонке, не мешать. Как хрустит. Чё, эсминец?
по левому борту. Да, отмечаю по левому борту, отмечаю. Родимый. Ну, что-то пока один сигнал. И чё, он нас не достал? Как-то он идёт странно. Чуть-чуть покрутим. Эта херня маленькая пытается к нам идти. Сейчас шандарахнуть можно в 3 секунды. Чё оно заряжено вообще? Чё зарядили пока меня? Пятые все. Ну и ладно. Молодцы. Что, все? Уходим сопровождать конвой. Нету никого, правда? Вот я тоже так думаю. Всем спать. Ой, нет, пока не надо. Давайте на соточку поднимемся.
Отлично. Herr Kaloy? И сюда. Мне уши еще нужны. Все, все рули на сплете, верхний вверх, задний вниз, полностью на сплете, вернее на поднятие корабля. 130. Давайте тревогу уберем. Все. Все занимается своими делами. Капитан? Herr Kaloy? Herr Kaloy? Товарищу пойдем. Мы с ним не договорили. Главное, чтобы сигнала не было. Ничего не уходит потихоньку, мы потихоньку подкрадываемся. Чуть не понял, сменить уходит или нет. Торпедокурс berechnet.
склад полез. Да расслабьтесь и все пока. Иди, сходи, посмотри. Это эсминец как-то не очень хочет уходить. Может добавить газом чуть-чуть. Хотя с одной стороны зачем? Пусть идут дальше. Пока потихоньку подойдем.
и заодно заглянем к ним. Далеко. Alarm! Feindlicher Zerstörer in Sicht! Alarm abgebrochen. Sehr wohl, Herr Kaloy. Sehr wohl, Herr Kaloy. Sehr wohl, Herr Kaloy. Sehr wohl, Herr Kaloy. Jawohl. Kurs an. Сколько тут до эсминца? Двенадцать километров.
который с радаром. Ну, у этого что впереди? Такое ощущение, как будто услышал этот. Никто там не разворачивается. Ну, сохранение, блин. Ну ладно, сохранились, так сохранились. Тогда стоп. Заодно и проверим. Передадим, засекут, нет? Давайте всплывать. Не, блин, гата работает. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Давай быстрее, я не могу понять. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Bestätigt.
bestätigt. Быстрее, блин. Что я сделал, блин? Фу ты, нафиг. Взорвал, я хотел его, блин, досмотреть. Ну что я могу сказать? Вот так вот прошло наше выполнение задачи, поставленной нам. Шикарно. Скажем, тактика была выбрана с одной стороны. С другой стороны, как сказать, наша красотка, вот как блестит, нас опять не подвела. На этом я с вами прощаюсь. Что вам еще сказать? Хорошей недели. И как всегда, хорошего, крепкого сибирского здоровья. Следите за продолжением. Счастливо, друзья!